Похитили сердце. Стеллу «Я люблю Краскова» пришлось снова реконструировать. Неизвестные вандалы опять сломали скульптурную композицию и украли часть в форме сердца. Хулиганов еще не нашли, а вот Стеллу восстановили. Стелла «Я люблю Краскова» появилась в поселении еще осенью 2016 года. С тех пор ее ломали дважды, а это уже третий раз, когда вандалы похищают сердце Краскова. Конечно, очень неприятно, что как бы так относятся к такой Стелле, потому что эта Стелла очень полюбилась местным жителям. Они здесь активно фотографируются, выкладывают во всевозможные социальные сети. Приятно видеть. Благоустраивать территорию около большого Красковского карьера начали несколько лет назад. Появилась пешеходная зона, лавочки, завершается строительство Аллеи Победы. Казалось бы, остается только получать удовольствие от прогулок на свежем воздухе. По поводу того, кому и зачем понадобилось ломать скульптурную композицию, у местных жителей свои предположения. Я думаю, это проблема в менталитете жителей. Вот, как бы, ну, Краскова только последние там несколько лет развивается активно, вот, а жители еще, наверное, остались где-то в том времени, там, уже в 90-х годах. К сожалению, ничего не знаем. Я думала, что, может быть, у нее какая-то романтическая история, какой-то влюбленный в качестве валентинки их снимает постоянно. А так, конечно, жалко. А что, кто портит-то? Молодежь. А что делать с этим? А что делать? Надо воспитывать. Они вон ходят и хулиганят везде. Главное провести какую-то воспитательную работу, объяснить, что, ребят, это там наш поселок, да, наша родина. Мы должны сохранять в чистоте ее. Фактом вандализма уже занимаются правоохранительные органы, ведь хулиганы попали в объективы видеокамер, что установлены на берегу Красковского карьера. В администрации поселка уверены, похитители сердец будут наказаны. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.